Это могла бы быть моя история. Но, к счастью, это не я. А вот это уже я. Да, я могу разговаривать. Правда, меня никто не слышит. Это Маша. Она хорошая, но немного неуклюжая. Это Бублик. Он любит иногда приходить ко мне в гости. Это муж Маши, Юра. Вечно куда-то девает свои носки. Я тут вообще ни при чем. Вот так и живем. В дружбе и согласии, можно сказать. Если бы не одно «но». У нас в доме очень жесткая вода. И я не могу отстирать некоторые особенно въедливые пятна. Давайте я расскажу об этом поподробнее. В природе вся вода обогащается солями кальция и магния. И жесткость воды – это их количество. Чем выше содержание этих солей, тем выше жесткость. Знаете ли вы признаки жесткой воды? Накипь на чайнике, разводы на посуде после мытья, новые следы от капель на зеркале в ванной всего через пару дней после уборки. Более 30% регионов в России имеют жесткую или очень жесткую воду. И эта проблема актуальна по всему миру. Соли оседают на механизмах стиральной машины. Любые пятна и загрязнения хуже удаляются. Одежда быстрее изнашивается и становится жесткой. Решение – новый специальный порошок для жесткой воды от Faberlic. Привет! Привет! Никогда не встречала говорящий стиральный порошок. Эй, я тут. Я гном Гринли. Ты чего такая печальная? Не могу ничего отстирать нормально в этой проклятой жесткой воде. Я тут, чтобы помочь тебе. Я родом из Голландии. Создан на производстве компании Сензора, которая, кстати, является поставщиком королевского двора. И я знаю все о жесткой воде и как с ней бороться. В основе нашего стирального порошка минералы циолиты. Их называют природными губками. Циолиты ловят ионы кальция и магния, нейтрализуют их и обеспечивают легкое удаление загрязнений. Важно, что циолиты безопасны для здоровья и окружающей среды. Они одобрены строгой сертификацией Ecolabel, EcoCert и Asthma Allergy Nordic. Стиральный порошок Home Gnome Greenly эффективно смягчает воду, прекрасно отстирывает и бережет одежду. Home Gnome Greenly работает даже в жестких условиях.